тех пор, как я приехала в Киев, он меня видел в разной ситуации, и хороший, и плохой, и он до сих пор со мной, сказала в рифму. Это строчка из песни, кто-нибудь запишите, чтобы я не забыла. Человек, с которым можно уютно помолчать, и который знает, когда нужно сказать. Он не любит, когда я какие-то ему приятные вещи говорю, но таких людей в моей жизни только ты. Кирилл Шевченко исполнит песню «Секрет». У него сегодня дебют. Аналог, давайте еще его поддержим. Еще пару слов про Кирилла. Мы с Кириллом познакомились на сцене, мы были партнерами в постановке театральной. Мы были партнерами на сцене, мы остались партнерами в жизни. Я вот что хотела сказать. Твой дебют, я тебя поздравляю. Теперь твоя очередь. Тоже мой. Thank you.
это важнее слов. Каждый видит свой подтекст. Я права? Да! Спасибо, Маша, я там слышу огромный текст благодарности. Если ты потом мне скажешь, напишешь.